Доброго времени суток, дорогие мои! Рада приветствовать гостей моего канала. И сегодня я хочу вам немножко рассказать о кардигане, который я связала. Он у меня еще в сыром варианте, как в сыром, то бишь еще не проходил обработку ВТО. Итак, вот камера чуть-чуть цвет не передает. Он такой похоже на красный, да, но на самом деле он такой вот такого, наверное, цвета, цвет фуксии. Итак, девчоночки, с чего я его вязала? Вязала я его из хлопкового шнурка. У меня ушла ровно бобинка, вот такая бобинка, у меня их две. Ссылочку, где я ее приобретала, я оставлю в инфобоксе. Итак, вот хлопковый шнурочек. Посмотрите, какой он. Вот цвет фуксии. Толстенький. У меня ушла ровно бобинка. И вот чуть-чуть не довязала я манжет. Взяла вот от второй бобинки. Называется Марамео. Это 64% хлопка, 36% полиамида. 140 метров в 100 граммах. Цвет фуксия. Посмотрите, вот такая бобиночка у меня ушла. И цвет он, наверное, будет, вот если поближе показать, ну, такой вот, наверное, вот натуральный такой цвет. Так, вот это по пряже. Далее вязала я спицами шестерочкой Ади, брала 80 сантиметров для начала, но потом я перешла на леску длиной 100 сантиметров, так как вязала поворотными рядами, да, все, весь свой кардиган. Ну, а на рукава, конечно, я опять же использовала вот эти спицы и леску 80 сантиметров. Итак, как, из чего, я уже рассказала, теперь какие узоры я использовала в этом кардигане. Так, немного вот верхушечку вам покажу. Вот, смотрите, планка, цельновязанная планочка идет у меня по полочке. Затем по низу идет окантовочка манжетом, узор таким же узором, как и планочка. И далее рукава. На рукавах я тоже использовала этот узор планки и связала вот такой вот манжет. Два раппорта в высоту. Так, что я еще использовала? Узоры я брала из японского журнала, вернее, у меня вот книга такая есть. Вот я использовала два узора. Для планок и манжетов я использовала вот этот узор. Если я найду в интернете, да, может быть, я ссылочку вам и кину. Кто может, может делать скрины с экрана. И для... Еще у меня по спинке идет узор. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот узор аран идет по спиночки и по бокам у меня косы. Также я брала из книги, большая книга японских узоров. Вот такая у меня есть книга Хитоми Шида в русском варианте. Вот я использовала вот этот вот аран. Немножко его под себя. Вот у нас схема узора. Сначала кажется, вроде она очень тяжелая, но на самом деле, в принципе, по схеме разобраться ничего тяжелого нет. Итак, вот я использовала два узора, японских узора. Теперь, девчонки, как я его вязала? Вязала такой кардиган большой с цельновязанной планкой я первый раз. Вообще кардиган, если честно, я ни разу не вязала. Больше там джемпера, пуловеры, маечки, топики и так далее, носочки. Сейчас я немножко расскажу, как я
считала петли и так далее и тому подобное. Итак, у меня тут небольшие записи есть. Сейчас мы поближе маленько. Так, итак, обязательно вяжем образец. Это обязательно, тем более это хлопок. Некоторый хлопок садится, некоторый растягивается. Здесь все индивидуально и обязательно вяжем. Я как-то связала, все говорят, хлопок растягивается. Я связала топ летний с ажурной спинкой, в итоге постирала. И в итоге он у меня сел почти на 2 размера, и мне пришлось отдать его младшей дочери. Итак, у меня в 10 сантиметров 15 петель. Это у нас ширина, то бишь в 1 сантиметре 1,5 петель. Далее, теперь длина. 10 сантиметров было 20 рядов до ВТО и стало 22 ряда после ВТО. То есть мы делаем вывод, что полотно растягивается. Итак, далее у меня обхват груди 92 сантиметра плюс 5 сантиметров я взяла на облегание, свободное облегание, да, и в итоге у меня получилось 146 петель. Должно выйти у меня вот здесь вот после реглана. Я должна выйти на 146 петель именно по спинке и по переду. Но так как у нас планочки напереди, спереди идут планка, естественно, полочки у нас будут чуть-чуть больше по количеству петель, да, чтобы маленько был запах. Вот. И по спинке я вышла на 74 петли. Да? По моим расчетам это 73 петли. Итак, поехали дальше. Начинаем вязать с планки. Я выбрала себе узор и вяжу с планочки. Итак, планка. Я связала планку 35 сантиметров, но сделала вывод уже в готовом изделии, когда я уже готовое изделие все померила, что 35 это слишком много, где-то надо брать на 5 сантиметров меньше, поскольку если вы хотите, чтобы она у вас по шейке облегала плотнее, у меня больше спускается на плечи планочка, на спинку и плечи, то бишь такая вот свободная получается. Итак, что я делаю? Я набираю 15 петель раппорта, вяжу в одну сторону. Связала я 36 рядов связала, перекинула петельки, на петельки перекинула на дополнительную нить. Затем набираю здесь в начале нашего вязания с помощью крючка, поднимаю петелечки, 15 петель и вяжу, опять же, 1,5 раппорта у меня выходит, раппорт у меня где-то 44, 22 петли, да, 2 раппорта это 44, где-то 36 рядов я вяжу в другую сторону. Затем что мы делаем? Мы поднимаем петельки, в моем случае я брала за кромочные, да, вот они кромочные, и я поднимала за кромочные, поднимала петелечки. У меня вышло 44 петли. Эти 44 петли, 44 петли, это мы с вами подняли петли между двумя спицами, да, между двумя планочками. Затем у нас еще по 15 петель на каждой планке. Итак, 44 по 15 петель на каждой планке, это в общем количестве у нас на спицах 74 петли.
Теперь мы распределяем петли. Как мы распределяем петли? Итак, так как я вяжу регланом сверху, я отдаю по 2 петельки на реглан. То бишь 74 минус 8 петель, так как 4 реглана у нас, остается 66 петель. Причем здесь у нас на планках с вами по 15 петель. Вот здесь вот обратите внимание. Почему у нас 15 петель? У нас идет кромочная, 13 петель кромочная. То бишь 13 петель раппорта узора и плюс 2 кромочные, в итоге 15 петель. Здесь у нас остается на планке с одной стороны кромочная, а вторую кромочную мы отдаем на регланную линию. Вот это тоже вот момент. Так, поехали дальше. Итак, общее количество петель у нас с вами 74, минус 8 петель регланной линии, 66 петель остается. На планочках у нас по 14 петель, 28. Из 66 вычитаем 28, остается 38 петель. Эти 38 петель мы делим на две части. Одна часть у нас пойдет на спинку, и вторая часть у нас пойдет на плечи. Итак, по 19 петель на спинку и 19 на рукава. 19 делим на 2, так как у нас 2 с вами рукава, да? Получается по 9,5 петель. Округляем до 9 петель. Итак, по 9 петель у нас уходит с вами на рукава, на плечи, и 20 петель уходит на спинку. Но еще один момент такой, уже опять же после того, как я связала полностью весь реглан, я сделала вывод. Так как пряжа толстая, спицы у нас толстые, 9 петель, это очень много. Получается плечо широкое. А так как у нас на спинке идет аран, сами знаете, да, араны, они чуть-чуть полотно стягивают. Следовательно, я бы, если вот второй раз вязать, я бы оставила где-то 6 петель на плечо. И 3 петли еще отдала вот так же, 3 и 3, 6 петель бы кинула на спинку. Итак, все, петли распределили и начинаем вязать поворотными рядами. Ростка, сразу говорю, здесь у меня нет, я вязала без ростка. Итак, прибавки в регланных линиях делаем до регланной линии и после регланной линии. Здесь уже как вам удобно, к какому способу прибавок вы привыкли. Да? Я вот делаю прибавку из протяжки. С наклоном влево, из протяжки с наклоном вправо. Итак, прибавки делаем в каждом лицевом ряду. Итак, далее вяжем. Планочка у нас по узору одному, по спинке идет узор другой. Постепенно вяжем поворотными рядами. И я довязала до длины регланной линии 27 сантиметров. Это у меня 52 ряда получилось. 52. Далее. Потом я отдаю петельки рукава. Перебрасываю на дополнительную спицу, набираю 6 петель подреза, а петельки регланной линии я отдаю со стороны спинки на спинку, а со стороны полочек на полочки. То есть на рукавах я ничего не отдаю, так как рукав у меня и так получается очень широкий. Причем еще у меня получается 55 петель. И еще плюс 6 петель подреза. Итак, девчонки, что? В принципе, схема простая. Еще раз вяжем. Вяжем мы с вами планочку. Вот у нас середина планки. Вяжем вправо. Я вяжу в данном случае 36 рядов. Потом здесь поднимаю петелечки и вяжу влево. Затем, вот видите, какая у меня широкая получилась. Вот
широкая, очень широкая планка, я бы, наверное, сантиметров на 5 прям вот уменьшила бы ее. Вот. И далее набираем петелечки по краю из кромочных петель. Набираем из кромочных, поднимаем с помощью крючочка, кто может, так поднимает. Все. Распределяем петли на реглан, отдаем на регланные линии, на плечи и на спинку. Вот здесь видите, какая спинка получилась у меня узкая. Вот, вот эта вот часть, она прям получилась узкая. Так как аран он стягивает, можно поменьше дать на плечо и побольше дать на спиночку. Так, вот мы провязали с вами 27 сантиметров регланной линии. Это по полочке, по передней части. Затем подрезы, 6 петель. Подрезов у меня всего лишь 6 петель. Все, сделали. И уже довязали тушку. Связала я здесь какое-то количество петель, но я уже так по себе, по высоте мерила. Вот. И потом закончила, распределила петли, которые у меня идут вот после изнаночных вот этих. Полочка. Вот здесь у меня 1, 2, 3, 4, 4. 4 на 11, это 44. У меня где-то 45 петель было. Вот здесь вот я сделала 3 изнаночных. Вот цвет. Вот такой, наверное, цвет. Он более натуральный. И сделала высоту еще 2 раппорта. Высоту 2 раппорта провязала. Так, закончила, девчонки, я вязать не просто там закрыла. Я сначала попробовала просто закрыть петли, но, к сожалению, мне не понравилось, я распустила. Я закрыла шнуром I-cord 3 петельками, и этот вариант мне более подошел. Смотрите, вот как аккуратненько, вот. Как очень даже великолепно смотрится этот шнурочек. Вот. Аккуратно все. И я, если честно, сейчас стала последнее время, если у меня нет резинки, обычно я резинку закрываю иглой, но вот я сейчас стала использовать этот метод, и он мне больше нравится. Итак, по рукавам что мы делаем? По рукавам мы, когда связали основную часть, набираем петельки, вернее, снимаем на спицу с дополнительной нити, или можете использовать дополнительную леску с заглушками. Вот. Так, вот я набрала, сняла. Петли подреза 6 петель, 55 петель. Ну, я, видите, сначала я сделала убавки, я сделала 10 убавок. 10 убавочек сделала. Ну, я посчитала, что так будет лучше. Но можно было, в принципе, так как этот узор, видите, стягивается как резиночка, его можно было, в принципе, и не делать, оставить не 4 раппорта, а 5 раппортов сделать. Вот. Но это на будущее. Итак, связали определенную длину. Здесь длина уже индивидуально для каждого, длина руки. И заканчиваю двумя раппортами узора. Вот такой вот узор, он мне очень понравился, такой 3D-шный узор, объемный. И провязала по кругу и опять же закончила, посмотрите, закончила я шнуром I-cord. Вот здесь я использовала 3 петельки. Вот сейчас вяжу я кардиган, обычный кардиган, узором двойной рис, да, на заказ.
И я там закрыла на 2 петельки. Но это уже исходя, как вам больше нравится. 2, 3, кто берет 4, кто хочет потолще, на 5 петель. Ну, это уже смотрите сами. Итак, вот в принципе и все, что я хотела вам рассказать по кардигану. Жаль, вот, конечно, что он не вмещается у меня в камеру. Вот. Получился великолепный, смотрится просто отлично. Такой вот необычный такой кардиганчик. Итак, девчонки, если у кого возникли какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Может быть, мы с вами разберем вот эти узоры. В принципе, у меня есть в планах снять видео по вязанию вот данного узора. Вот конкретно этого узора. Можно по арану, который идет по спинке. Вот. Ссылочки, если я в интернете найду эти узоры, ссылочки я вам кину. Если кто хочет, может делать скрины по книге, которую я вам предоставила. Ну все, если возникают вопросы, пишите, оставляйте комментарии. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Мне очень приятно будет знать, что мои работы кому-то нравятся. Всем пока-пока, до новых встреч!